Ну и новости как по заказу Пенсионного фонда России. В рамках кампании по убеждению граждан в том, что на пенсию надо выходить как можно позже, сегодня в продажу поступает очередное издание книги рекордов Гиннесса. И там, помимо разных гигантских вязальных спиц, невероятно прыгучих собак, присутствуют рекордсмены старше 80 лет. Вот, например, 83-летняя японка переквалифицировалась из владельцев ресторана в диджея. Но моя любимица – это 85-летняя воздушная гимнастка из Калифорнии. Приготовьтесь. Бетти Готхард, 85, подчеркиваю, лет, выступает на трапеции. Here we go, Betty. Kick forward. Backward. Hey, a winner on the backflip. Yeah, that's not that one in. Самое удивительное, это то, что Бетти вовсе не акробат на пенсии. Она недавно этим занимается. Она начала заниматься воздушной гимнастикой и впервые попробовала трапецию, когда ей было 78, а вы на пенсию хотите. Хотя, конечно, какое-то спортивное прошлое у нее должно быть и есть. Ее отец был хоккеистом, и сама она с детства тоже занималась фигурным катанием. И в молодости даже выступала в шоу на льду. А вот воздушной акробатикой она увлеклась поздно и случайно. Просто какие-то люди из цирка Дю Солей, правда, объявили набор в цирковую студию в калифорнийском городе Скондиду, где она живет, и она решила попробовать, не думая, впрочем, что будет в итоге выступать в качестве воздушного акробата на публике. Бетти говорит, что надеется своим примером вдохновить людей, и особенно женщин, которые, как она говорит, дожив до 55, уже начинают думать, ну все, я старая. Много раз меня спрашивали, в чем мой секрет. Ну, вы понимаете, вам же 85, а вы в состоянии делать то, что вы делаете. Я так много думала об этом, и я просто делаю вещи, которые мне нравятся. Я люблю то, чем занимаюсь, и я предпочитаю не делать то, что мне не нравится делать.